На первом этаже здания в бывшем гараже универмага Риношенте в 1952 году Джопонти с партнерами Фарнароли и Розелли создают архитектурную студию. Огромный ангар, как называл его Понти, размером в 15 на 45 метров, объединяет все касающиеся архитектуры и дизайна виды деятельности: архитектурное проектирование, промышленный дизайн, площадку для обучения студентов, редакцию журнала Domus, выставочное и экспериментальное пространство для итальянской промышленности, прототипов мебели и образцов материалов, предметов искусства, керамики, стекла, создающихся здесь же, для многочисленных проектов, мастерские для приглашенных художников. Самые именитые художники и дизайнеры того времени встречались, обсуждали и творили в этом ангаре лучшие проекты – Мелотти, Вирка, Лаимс, Нерви, Соца, Смолина и другие. Все они были коллегами и друзьями, выбранными и объединенными Джопонти для того, чтобы меблировать и украшать жизнь и дома его друзей и клиентов по всему миру. Ангар был также местом для семейных встреч и торжеств. Это соответствовало удовольствию Джопонти жить и работать без секретов. Дом с раздвижными перегородками. Студия без стен. Сейчас в бывшей студии находится архив Джопонти, которым руководит его внук. Архив доступен к посещению.